Ожесточенная битва в Майнкрафте. Фирамир против Азлагора. Ну, лично я ставлю на Азлагора. Не знаю, на что поставить Эмеральд, но я ставлю на Азлагора. Изи должен был уже давно приехать. Где же он? Так, мне где-нибудь нужно тут сесть. Так, Эмеральд тут где-то здесь. Так, вот прилетел, где Эмеральд. Опа, Эмеральд! Привет, Нейзи! Привет, дружище! Ну чё, как ты? Долетел? Нормально всё? Что за дикий запад? Я тут оказался каким-то образом. Я на той вот железнодорожной станции приехал. Непонятно откуда, непонятно куда, непонятно зачем. Вот теперь я тут, короче, живу. Классно. Жарко. Вот это мой отель, я в нем живу. В нем тут мои вещи, можешь некоторые взять, потому что у тебя, по-моему, вещей нет. А у меня только... Я с собой питон захватил, да, мачете и все. А, ну, в принципе, тебе этого хватит, но, скажу честно, тебе нужны деньги, чтобы тут выжить, поэтому вот, держи железных монеток. О, монетки, так. Вообще, возьми все, потому что тебе 5 не хватит ни на что вообще. А, ну, окей, то как бич буду заходить. Да, действительно. Ладно, давай пока я биплан положу к тебе в этот. Окей, без проблем. А он вообще с этим, с топливом? А он, не, топливо уже закончилось там. Почти. Это жаль. Но ничего, мы потом сможем на нем зарейдить местную военную базу. А, точно, ты же про нее ничего не знаешь. Короче, у нас тут на Диком Западе есть военная база, и я когда-нибудь попытаюсь ее захватить, чтобы улететь на вертолете, который там есть. Так, давай, ознакомливай меня, что вот это... Что короче тут... говоря, это деревня, она без названия, я ее никак не назвал. В общем, тут у нас оружие можно купить, ага. Тут у нас ничего нет, какой-то заброшенный дом. Это у нас бар пустынный, и... Ага. Стоп. Откуда там появился продавец? Его же никогда не было тут. Ну-ка, давай пойдем, посмотрим. Давай посмотрим, что он нам предложит. Так. Привет, как тебя звать? Давай скажем имя. Так. Почему бы нет? Так, приятно познакомиться, Нейзи. Так, давай, нужна помощь. Давай. Нужна помощь. Да. Там... Ну давай, ты мне нужно раздобыть пару М1911 и 8 магазинов от него. Можешь расстрелять бандитов, которые за городом? За городом. За городом? Ну, за городком. Берешься за дело? Да, давай. Без проблем. Окей. Тем более, я каждый день этим и занимаюсь. Так, пошли. А где... За день у меня нету с собой АК-47, точнее, АК-74 магазинов, поэтому я их расстреляю из их же оружия. А где бандиты? Сказал, о, вот это? Бандиты вот в палатках тут живут. Ага. Правда, почему-то полиция на них никак не реагирует. Видимо, они с ними в дружбе, но я с ними не в дружбе. Так что сейчас я их постреляю. Воу-воу-воу. Опасные бандиты. Опасные бандиты. Вот именно, что опасные. Очень много хп снимают. Сильные твари. О, я два сделал, убил. Молодец. Из них, кстати, тоже монетки падают. Можешь их забирать. Вижу. И... О, да. Я уже подобрал так. О, у меня, кстати, тоже есть М1911. И к нему... Два магазина к нему, все. Два магазина, отлично. Да их мне тоже. Че, иди сюда. Ай-яй-яй-яй! Меня сейчас убить могут. Черт! Так, Эмеральд, ты где? Всё, пошли. Замечательно. Так. Все. Замечательно. Все, мы походу поубивали, и теперь мы, в принципе, можем идти. Такс. Че? Что, дружище? Не-не-не, стоп, мы еще что-то не выполнили. Что надо, стоп? Вот два магазина как бы добыли, сейчас, секунду. У меня нету, у меня только экстендед магазины, которые я купил.
Кольт? Нет, не заряжен. Во, у меня все, у меня нормальное. Так, все, завершить, тыкнул. Во, мне еще. А, вот, у меня так, а ну-ка. Кольт М1911 нет. М1911. Вот магазинов у меня все есть, а М1911. Слышь, нет. А расстреляй полностью магазин Кольта. У меня еще второй есть, на самом деле. Не, расстреляй один магазин и сразу переключись на другое оружие. Чтоб перезарядки не было. Все, завершилось? Нет. Как нет? Ну-ка, на, не тебе. Знаю. На, держи, держи, держи. Ща. Я еще ничего не вижу, к тому же. Давай сюда подойдем, потому что ничего не видно. На, держи, держи, держи. Я ничего не вижу, давай сюда. Вот выкини в этот... Ну, давай. Вот выкинь и не перезаряжай его. Давай, неси ему. Все, выполнилось тебе задание? Нифига! Как нет? Ну так, нет. Ладно, пофиг, короче. Плевать, не выполнилось. Смотри, петушиные бои. Где? Я не вижу. Давай пойдем поспим, потому что ничего не вижу, реально. Не видишь? Нет, я не вижу. Пошли. Окей, давай, пошли. Пошли поспим и посмотрим, что тут происходит уже на следующий день, когда будет светло. Да, давай. Так, все, мы поспали, пошли. Ой, все замечательно, мы сейчас пойдем смотреть петушиные бои, которые мне сказал Нейзи. Правда, я их еще не видел, потому что у меня как бы была ночь. И у Нейзи тут. Ну, я-то ночью вижу, а Эмиральд нет. В том-то наши различия. Фирамир Азлагор? Это Фирамир против Азлагора. Они дерутся. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну-ка. Жесть. Ожесточенная битва. Фирамир против Азлагора. Офигеть, сколько крови они тут понаделали. Фирамир против Азлагора. Вы посмотрите. Так, я ставлю на Азлагора. Я тоже, пожалуй, поставлю на Азлагора. Ну просто так как недавно был батл, вот теперь они не знают, что тут забыли. Наверное, забичевали вообще. Угу. Их всех раскрыли. Так, окей, ну, так как они драться не умеют, они просто гладят друг друга. Поэтому пойдем дальше, Эмиральд. Почему бы нет? Я еще сверху так посмотрю. Это все дело. Жесть. Они еще звуки такие издают. Как будто они свиньи. Хрюкают. Да так и есть. Хотя, в принципе, почему бы нет. Ладно, окей, пошли дальше. Они тут себе дерутся, а мы пойдем делами заниматься. Да. Так. Значит, что мы сейчас будем делать? Что? Мы сейчас я не знаю. Давай пойдем посмотрим, что тут вообще есть. Вообще, вообще, вот у нас тут есть ферма небольшая, я ее, правда, разграбил, потому что мне нужна была еда. Так что это за колба такая? Ну, это типа теплица. И там, кстати, один чувак остался, его надо дострелять. Ай! Все, он убит. Все? А что с ним выпадает? По-моему, ничего не выпадает, если не ошибаюсь. А что за теплица какая-то, как на даче? Ну, теплица, я как бы тут арбузы забирал. Арбузы? Да, тут росли арбузы. Так, что тут еще есть? Еще у нас тут есть куча каньонов. В каньонах у нас есть всякие ископаемые, руды. Ну, рудов тут нет. Руд тут нет. Они есть в других местах. Вот. А тут у нас только вот такая вот такой вот песок. Не знаю, песок или глина. Что это? Камень какой-то, не знаю, обгоревший. Что-то такое. В принципе, вот так вот и живем. Что ж, сейчас тебе покажу еще пару интересных мест, которые я нашел. А именно шахта. Вот она, кстати, виднеется уже. Где-где-где? Вон. А, вижу. Там я нашел скелета. Скелета, который был пулеметчиком каким-то, не знаю. Он очень быстро стрелял звук и меня почти убил. Чуть не убил. Ну, меня как он? Он меня три раза где-то убил, а потом я все-таки убил его. И там еще у нас есть динозаврик. Это динозаврик? А он добрый? Он добрый, потому что я его уже один раз убил. То есть, ну, нормально. Ну, как бы он нейтральный, я бы сказал. Вот, видишь, это, короче, я взорвал шахту тут немножечко. Где? Вот тут вот. Это алмазы? Где? Да, вон. Тут есть алмазы. А вот и он. Черт. Он же респаунится, я забыл тебя предупредить. Нет. Все, вылезаем нафиг. Пошел нафиг. Нет. Нет. Фух. Я выжил. Отлично. Никогда больше сюда не будем лазить, окей? Не хочу. Давай закроем это место нафиг, чтобы он там сдох, этот пулеметчик. Скорострел. Все, пошли. Кто понял, лайк. Так, пошли к этому динозаврику, не знаю.
Давайте. Фига ты весь в стрелах. Хотя я не лучше. У меня какая-то, не знаю, какая-то китайская прическа из стрел. А я его двигать могу. А двигать? О. Прикольно. Да, его можно двигать, и он будет ходить. И это, в принципе, нормально. Окей, ребят. Что ж, давайте я еще покажу кое-что тебе. Давай. Именно. О, кстати, вот и каньоны начинаются рудные, с алмазами. Там уже видно. В принципе, алмазы тут не редкость, поэтому можешь им особо не радоваться. Они тут встречаются даже почаще, чем уголь. То есть уголь тут подороже алмазов будет, да? Да, типа того. Немножечко необычный Майнкрафт. Там у нас водопадики разные, и, в принципе, все такое. Кстати, тут все покрыто лавой, поэтому прыгать туда не рекомендую. Ух ты, это впереди кто? Это у нас... Паук? Это паук, я его еще не убивал, и сейчас можем с тобой его, в принципе, убить. За ним еще, кстати, бегают такие паучата маленькие, они шустрые, гады. Где и... Вижу. А он типа их спавнит или что? Возможно, возможно. Оу. Я не знаю, но их всегда трое. Ай, меня убили. Убили? Черт. Да, я уже дома, черт. Сейчас я к тебе... Давай. Сейчас я к тебе приду. Воу-воу-воу, меня он... Так, он тут... Черт, он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, отравление. Черт. Он меня тоже отравил. Гад. Ай-яй-яй! Ты что, меня опять ударил? Опять убил? Опять убил. Надо, блин, побольше прыгать, бегать. Да. Давай, сейчас я снова приходи сюда, а не то я задолбаюсь. Так, Эмиральд снова приперся? О, блин. Так, замечательно. Это что такое? О, я убил его. Эти паучата, они меня дико бесят просто. Они сложно убиваются и просто наглые твари. Ну-ка, давай я паука убью. О, так, ладно, есть... я не пожалею, использую на это свой панцерфаус. Стингер. Он не сдох. О, калаш решает. Что это выпало из него? Оп. Пещерный так, паук призывание. И взрывное зелье отравление. Убиваем теперь паучата. Паучата. Все, с них монетки выпали. Отлично, с них выпали монетки. И так, куда мы сейчас пойдем? Мы сейчас пойдем к каменному монстру, который находится здесь. Какой каменный монстр? Вот здесь вот. Я не помню, убивал я его или нет, но, по-моему, нет. Он находится вот в этой вот пещере. В этой пещере? Погоди меня. Офигеть, я, кстати, убил тут какое-то как стекло, из него выпало какая-то хрень. А, это аквариумный монстр, по-моему. Он, короче, это оживший аквариум, который очень мало наносит урона, но очень сильно толкается. Офигеть. Так, вот, ты можешь уже узреть его, так сказать. Воу! Вот, он кидается камнями. Ай-яй-яй! Черт! Больно, камнями кидается. Скотина! О, он умер. Отлично. Ты убил его? Нифига себе, из него выпало сколько опыта. Булыги выпал. А там дальше что, ничего? Да. По-моему, ничего, я не знаю, я не проверял. Давай подождем, посмотрим, может, тут что-то есть. Нет, ничего. Пошли. С него только булыжник выпал, и все. Походу, это на постройку моста. Вот, кстати, еще тут деревенька есть небольшая. Я ее еще не исследовал. О, у тебя, кстати, булыжник есть. Ты можешь построить мостик к нам. О, да, давай, давай. Давай, построй мостик. Угу. Я там еще не раз... внизу что? Там каньон, и там с водой. Да, там куча алмазов. Да, перемешку с водой. Кстати, именно это место я имел в виду. Так, а теперь прыжок! Опа! Давай. Да, так. Ух ты, это кто? Это пират какой-то, не знаю. Нафиг от меня. Так, монетки выпали. Да. Так, тут есть жители. Они говорят привет. Они не особо не общительные, только здороваются. Ах, стоп. Иногда у нас иногда бывают бандиты и дома горают. Ну, по вам и видно. Ну да. О, смотри, о, тут смотри. Можно нанять кого-то. Да, можно, реально. Давай ты его наймешь себе. Давай найму себе. Ну, о, кстати, у него тут кровати есть бесплатные. На сколько нанять? Нанять на один день, испытательный срок. Ну да, посмотрим. Ай! Все. Этот бандит, пират долбанный, опять заспаунился. Да? О, да. Еще монетки халявные. Короче, все, теперь этот чувачок будет сбиток с нами ходить и бить всех, кто будет бить нас. Окей. И куда дальше? Дальше. Давай посмотрим, что здесь есть, на самом деле. Тут у нас ничего, только неразговорчивые жители. И все. Так, ну что, будем... О, стоп, смотри, там какие-то чувачки. О, давай туда сходим. Давай. Сейчас. Булыжник, смотри. Ай, гад! Ай, Обирает. Почему он нас не защищает? Черт! Эть, мачете его. О, он защищает, все, убил. О, наконец-то. Фига? И прошлый паук. Так, давай дальше. Давай, доделывай. Так, у нас темнеет, черт возьми.
Ну ничего, сейчас туда пойдем. А тут спавнятся монстры. А, естественно, спавнятся. Все, давай. Ой, я чуть не упал. Опа! Так. А, о, стой, надо этому сделать. Так, может, они добрые? Посмотрим-ка. Может. Нет, они не добрые. Если идут, это уже значит, что они злые. Ай! Я тебя убью. Прости. Ты меня убью. Да, прости. Сейчас Эмираль придет сюда. Так, вот, собственно, Эмираль тут. Черт, ничего не видно. Ни черта не видно, я ничего не вижу. А вообще... ты вообще шейдерами? Что? Ты шейдерами? Ой. Да? Или нет? Я не знаю. Вроде да. О, так, смотри, он бьет их. Уйди. Он их бьет. О, смотри, там военная база. О, еще. Да, где? О, да, вот. Реально. Возможно. Пойдем. Че, говоришь? Я, правда, не вижу, куда я иду, но, наверное, надеюсь, что я не умру. Да, ты туда идешь. Так, все, все. Есть, кстати, он неплохой вот этот вот. К счастью, у нас есть светильнички, и она вообще светится, и это хорошо. Да, пошли. Надеюсь, военные нас не убьют и не заметят. Сейчас попробуем как Splinter Cell, сейчас просто проберемся туда. А ты там вертолет? Да, там вертолет, я же тебе рассказывал. И машина какая-то. Так. Ой, ой, в нас уже летит. Ой! Офигеть. Ой, ой-ой-ой. Нет, они не попадут так. Не слишком крутые. Воу-воу-воу! Офигеть, офигеть! Меня сейчас убьют. Нет? Нет. Ай! Уй! Уй-уй-уй. Воу-воу-воу! Хоп! Паучи. Паучи! Фига не... Нет, 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 нет! Нет! Умираем! Убегаем! Убираем или убегаем, не знаю, на выбор. Давай убегаем, на, лучше убегаем. Нет! Ты меня догонишь. Фига в тебя! Лети! Убегаем. Это дождь в буквальном смысле. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, тут еще один такой. Черт, надо сваливать. О, я вижу наш дом. Да? Аккуратно, тут впереди чувак один. Какой? О, бил. Что с него выпало? У меня закончились патроны, какого же, черт. Я тебя не вижу. Это я тебя не вижу. Я сзади тебя. Давай, пойдем скорее. У тебя сюда. Есть Галил? Нет. Ладно. Так, все, в отель возвращаемся вот сюда. Да, лучше вернемся уже в отель, потому что. Ой! Он. А, нет, это не он. Это свой. Это свой, да. Так, давай заставим его ждать. Давай, сейчас заставим. Так, следовать, ждать. Да. Все. Надо сложить все вещи сюда. А, нет, магазин это мое, это нужно ко мне лично. Так, значит, я выбил это, пещерного паука. О, а я возьму 5-миллиметровый пулемет. Да? Без проблем, бери. А, на него патронов нет, ладно. А, это ну, хотя я куплю оружку сейчас. Стоп, а, это яйцо призыва ты выбил? Да-да-да. О, круто. А зачем нам Галил магазин? У нас же нету Галилов. Не знаю. Короче, я сейчас... Давай, короче, поспим и пойдем за этой... За оружкой мне. А, давай, без проблем. А то я с питоном хожу, как бичара. А, окей. Ложись. Так. Так. Так, вот, утро. Утро. Утро, новое утро. Так, погнали. Давай, товарищ, за нами. Ну давай, иди. Все идет. Так, окей, ушки. Дрейк. Его зовут Дрейк. Его зовут Дрейк. Да. Как в Uncharted иди. А что, в принципе, неплохая ссылка, я думаю. Ну ладно. Окей. Да. Оружие тут что-то офицер забыл. Стоит тут. Что они тут делают? Ух ты, я могу базуку купить. Без проблем. Где-то странно оружие покупает. О, тут броня, кстати, есть еще. Ой, я хочу прям вот еще. О, точно, мне надо купить броню. Так, я, короче, хочу базуку. Я хочу себе купить газовую автомат. Маску. Угу. Так, все, я купил себе газовую маску. Я теперь модный, с противогазом. Так. И что ты хочешь еще себе купить? Во, я, короче, напокупался и дофига патронов. Слушай, ты мне не одолжишь 4 монетки, а то мне нужно на 4 броню. 4 монетки? Да. На, держи ты где. Спасибо. А тут, да блин, каким-то нестандартным способом. Зачем ты мне кинул 48? Да бери, у меня все равно дофига. Ну ладно, без проблем. Так, окей. Покупаем вот эту. О, охотничью винтовку еще хочу. Ну все, я закупился. Короче, у меня полный комплект. Я теперь настоящий просто бронированный военный. Да? Да, да. Так, дай купить. Так, отлично. Ой. О, можно базуку купить. Да, я купил базуку. Круто. Так. О, кстати, нож лучше дамажит. Тогда мачету я тогда скину куда-нибудь.
Я могу себе купить охотничью винтовку. О, а наверху можно идти купить пару. Как думаешь, стоит покупать охотничью винтовку? Да. О, ну ладно, плю. А почему я не могу? Недостаточно валюты? В смысле, куда я ее мог потерять? Во, смотри на меня. Я такой же, как ты теперь. Ты тоже такой? О, прикольно. Черт, а куда я потерять мог всю валюту? А, нет, я, походу, ее всю истратил. Ладно. Окей, все, пошли. Окей. Так, куда мы пойдем сейчас? Я думаю, сейчас мы пойдем рейдить военную базу. Военную? Ты хочешь рейдить военную? О, смотри, петушиные бои. Давай или, помогу. Или будем смотреть петушиные бои. Кого убьем? Азлагора или Ферамира? А, кто из них самый худший актер? Азлагор худший актер. Азлагор тут вообще мало где участвовал, поэтому я думаю, все-таки лучше Ферамира. А, он френдли, наверное. Не знаю. Короче, пошли, пофиг. А давай посмотрим. Нет, он не френдли. Его можно бить. Да? Да, вроде как. Или нет. Нет, френдли все-таки он. Все, пошли. Ну, прикольно, можно так вот посмотреть бои. Короче, можно в данной ситуации сделать нестандартно, да, и заступиться за Ферамира, бедного несчастного. Можно, почему бы нет? Вы все равно в Майнкрафте. О, слушай, у меня есть идея. Смотри, я убил Злагора. Ты не убил его. Я убил Злагора. Или, а, он заспавнился снова? Да. Окей, все, короче, понятно. Пойдем в тот домик. Там, короче, есть торговец, и он торгует... Зачем ты стреляешь? По стеклам. Пошли. И он, торгует растениями. И сейчас мы, короче, его зарендим. Зарендить хочешь его? Да, потому что он продает их за очень дорого, и как бы это неправильно. Я хочу его проучить. А ты мне для этого нужен, потому что у него очень серьезная охрана. Серьезная охрана? Ну ничего, у меня есть базука. Это круто. Так, вот видишь этого товарища? А, нет, это не тот товарищ. Извини. Вон он там. А это кто вообще? Это шахтер. Старик-шахтер, у него можно кирку приобрести. За причем довольно-таки хорошие деньги. Да, 20 монеток. Всего лишь. И что, вот тот дом, да? Да, вот в этот вот домик, тут вот живет он со своей охраной. Тут даже есть табличка, на которой написано, что на ней написано. На ней написано у нас семена. Вот, смотри, какая у него охрана. Такие большие, здоровые йети какие-то, не знаю. Ну, что... Вот смотрите, за сколько он продает. Ну-ка. Саженец дуба? Ну чё, готов? Подожди. Да. Давай. Раз, два, три. Все. Все, отлично. Тебе конец, дружище. Ай, он меня ранил. Нифига, он живучий гад. Фига из него выпало. Да, ладно, круто. Все, мы теперь богаты, теперь нам надо... Быстрей! Ой! Что? Нас предали! Я понимаю. Черт, он нас странно, предал! Меня он не бьет. Офигеть. Так, дружище, нам нужно его убить. Он меня предал. Окей. Тогда... ладно, короче. Оставляю его здесь, все. О, а вон Эмиральд. Офигеть. Почему я не могу в него попасть? Ну ладно. Я в него не попадаю. Не знаю. В общем, пусть он тут стоит. Все. А хотя, знаешь, нет. Есть наказание получше. Видишь, вон то озеро лавы? Ну, а, давай. Давай. Ты понял, что? Все, предателей надо. Предателей в лаву, короче, кидаем. Фига, он быстро бегает. Найс. Так, вот нашего моря. Ждать? Все. Прощай. Замечательно. Он такой, а чё он не подыхает? Фига, он живучий. Офигеть, он живучий, реально. А, вот здоровье у него, все, убавляй, все. Все, замечательно. Все, предателя убили. Отлично, предатель умер. Так, ну что, думаю... Смотри, самая тупая затея за последние 2000 лет. По змеям стрелять с базуки.
Так, окей. Погнали окей, куда? Я думаю, нам стоит пойти в отель уже. И заканчивать серию. Потому что довольно-таки уже долго идет. А. Что ж, дорогие друзья. Так, секундочку. Мы подождем Нейзи, чтобы он пришел. Да. Ну, все. В таком ну, как бы все. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и лайки. С вами были Эмиральд и Нейзи и Летние Приключения. Всем пока! Пока-пока!